Новым лидером Мьянмы избран кандидат от оппозиции Тхин Джо. Национальное законодательное собрание страны выбрало его большинством голосов. Тхин Джо стал уже вторым президентом страны после того, как власть от армии перешла к гражданскому правительству. Он близкий соратник лидера Национальной лиги за демократию Аун Сан Су Джи, самой известной в Мьянме оппозиционной активистки и лауреата Нобелевской премии мира. Ее партия контролирует подавляющее большинство мест в законодательном собрании по итогам парламентских выборов прошлой осенью. Как ожидается, новый президент принесет присягу 30 марта.